Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в нашем видео продемонстрируем опыт, который называется «Вулкан Бёдгера». У нас есть модель вулкана. Данный опыт достаточно опасен, и мы не советуем повторять его дома. Мы позаботились о всех необходимых мерах безопасности. Мы будем использовать химическое соединение и хромат аммония. Для демонстрации достаточно небольшого количества. Насыпаем дихромат в модель. Далее необходимо добиться устойчивого горения. Я использую специальную газовую горелку. Итак, вулкан проснулся.